Вчерашнее заявление главы МВД Виктора Катана, где он назвал пенсионеров, требовавших отмены непомерных тарифов, экстремистами и пообещал наказать их по всей строгости закона, возмутило не только все ветеранские организации. Сегодня перед зданием Министерства внутренних дел молдавские комсомольцы провели флешмоб, выразив свой личный протест недостойному, с их точки зрения, поведению нового силового министра. «Вам должно быть стыдно, господин министр». С плакатами такого содержания скандирующая толпа юношей и девушек появилась перед зданием министерства ровно в 14:15. Таким образом, молодое поколение решило публично выразить свой протест неправомерным высказыванием и намерением нового главы МВД Виктора Катана, абсолютно недостойных с их точки зрения звания министра и генерала. «Мы пришли поддержать, безусловно, пенсионеров, в первую очередь, и высказать свой протест этому министру, который сказал о том, что эти пенсионеры экстремисты просто-напросто. Такого быть не может. Как это говорить вообще такие вещи о пенсионерах? Мы считаем, что у пенсионеров, ветеранов есть право высказать свое недовольство по поводу новых тарифов. Тем самым они не нарушили ни один закон. Напротив, примария своим решением, муниципальный совет, они нарушили закон о ветеранах, который призван защищать интересы пенсионеров, то есть пенсионеров, ветеранов, уязвимых слоев населения». Молодежные организации заявили, что эти и подобные акции в поддержку требований пенсионеров они готовы проводить и дальше. Главное – достучаться до ума и сердца, а главное – сыновьих чувств новых власть придержащих. Правда, если таковые, в борьбе за кресло у них еще не утеряны. Наталья Шмаргун, Алексей Семенов, телекомпания «НИТ».